я благодарен тому, что судьба меня связала именно с этим родом деятельности. Мне очень нравится, приятно воспитывать детей, давать им знания. Вообще, основная цель – научить их не только защищать себя, научить двигаться хорошо, а именно воспитать сильную личность, потому что за счет занятий, за счет роста, выступлений на соревнованиях, за счет отработки, изучения различных интересных движений и достижения каких-то целей, то есть человек становится сильной личностью. С 2000 года Ивановская область была представлена сильнейшими спортсменами на чемпионатах и первенствах России и добилась высоких результатов. И в последующем эта тенденция сохранялась, и что позволило нашим ребятам выйти на международный уровень. Ушу стремительно усложняется, и то, что выполняли в свое время вот ребята моего возраста, сейчас делают там 12-летние спортсмены. Вот. Поэтому мы регулярно проводим семинары, проводим сборы с китайскими мастерами. Стараемся как можем вот, успеть за динамично меняющимися требованиями к этому виду спорта.